Ребята, здесь творится капец. Во-первых, что тут происходило? Лагерь погромили, как видите. Здесь остатки лагеря остались. И уже ОМОН прорвался до самого лагеря. Волнами прессуют наших, и все больше. Протестующих потихоньку уносят, и нас все меньше. То есть настоим, пока рубеж есть, последний. Вот. Сюда в лагерь не пробраться, мы прошли через лес, сверху. Впереди стоят женщины. Женщины не привлекают, мы сами стоим, вы что говорите? Я и говорю, они сами стоят, наши женщины впереди стоят. Ребят просто уносят, вот берут, хватает и по одному уносят. Давай к нам, никого уносят. Что-то, ребят, заночи, заночи уносят, мы туда грузим. Сколько ребят унесли? Повиновение сотрудникам полиции является правонарушением. Густав, живи! Густав, живи! Густав, Леша! 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 Густав Яша, Густав Яша, Густав Яша, Густав Яша, всем привет, смотрите, что происходит. Милиция действует, заявление устное давал. Вон тот чувак с камеры снимает, меня толкнул. Так и будет? Это же не наша компания, вообще, это вообще за границей. Наш какой-то казак, что ли? Потом бочка чая его права. Стаканка воды сюда! Сейчас пойдет волна, они готовят силы, так волны наступают, пока передышка. Несколько волн уже было, выдержали чуть-чуть, но протолкнулись. Чувак какой-то Мэд Макс насмотрелся на своем тракторе, сидит, снимает все. Наша земля! Ребята, нужна оборона. Тут со всех сторон провокаторы, БСК, ЧОП, вершина, охрана, полиция, ОМОН. Наших вытаскивают в автозаке или куда внесут. Максимальное освещение сними, пожалуйста. За мной уже присматривают, походу скоро попаду. Держись. Все хорошо. Я в прямом эфире, можешь сказать пару слов кому-нибудь? Встал? Все, держись. Ничего. На камнях была жесть. На камнях давили просто и наших, и их. Но помогали вставать. До жести не доходило. Женщины падали, мужчины падали, всем помогали встать, и ОМОНу, и нашим. Никто не толкается, парни, просто стоит. Не надо толкаться, зачем она мне туда? Девушка, не стойте там, я останусь. Девушка, не стойте там, я сейчас толпу покажу. Всем здрасте. Нормально, бандак, пора, арта. Просто не все подтягивают. Сейчас пока успокоилась, но было жесть. Да, нас всех никто не поддержит. Что делать? Здесь будут дежурить по 200, по 300 человек. То, что они с их стороны вон пошли какие-то люди не в форме, с масками. Они идут первым рядом, а потом за ними ОМОН толкает. У одного была заточка, сняли на камеру. Вот они держат ряд сбоку.
и с той стороны сбоку обходит. Сейчас, походу, пойдет волна. Не оставайтесь с нами, сейчас вам будет самое интересное. Далее девушки выйти. Ребята, держим. Ох, блядь. Стоим и держим, стоим и держим, Гитлер. Стоим, стоим. У нас сил больше. Я не трогаю его. Держим, держим, блядь. Держим. Его нет. Охранник, блядь. Держи его, держи, держи, вытягивай сюда. Вот так. Эй, охранник. Убей от него. Убей нахуй. Ты кто это? Ты что, вытягивать людей, что ли, блядь? Ты что творишь? Рукоприкладство! Рукоприкладство! Бери, сняли уже все! Не сняли, как вы делаете! Сними ялку от рукоприкладства! Сними маску! Блядь, американцы! За что вы бьете? Это нормальное, лево! Вы не полицейские! Вы не полицейские! Сейчас, блядь, за то, что я убегал! Мирно, блядь, стоим, мирно. Какую-то хрень выгру... А, они убирают камни. Не нарушайте закон. Все, трутся тут что-то. Убери транспорт! Макс, я с тобой, молодец. Война против народа. Там еще идут охранники БСК. Можно воды? Сейчас, подождите, сейчас. Вот пролилась, господин преступник. Макс герой там впереди, молодец. Ребята, вы стоите за эту природу, природу ваших детей, внуков, наших детей, внуков. Я пару раз веду, в первом ряду стоял. Жестко там. Молчи! Кому вы все присягу давали? Родина. Вот наша родина. Позор! 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 Вначале они напали на лагерь, разгромили, зашли через лес в масках. Это была вообще не полиция. Полиция потом пришла, типа, мы ничего не знаем, пишите заявление. Ну, потом, типа, разберемся. А потом пошел ОМОН с техникой. Женщины, дети, все, кто угодно здесь. Ребята, освещайте, если вы не здесь, но хотя бы сердцем с нами. Помогайте. Вся Башкирия, весь мир должен знать. Да, да. Подносит воду. Ждем еще волны.
называет себя сначала, перед тем, как со мной разговаривает. Эй, болотки-то бьют. Парни, растерейтесь. Не толкайте, пожалуйста. Не толкаем, мы вас не толкаем. Сзади стоят там по углам тоже всякие непонятные люди, фиксируют все. Да они все с камеры нас и снимают. Потом, походу, будет заявление на всяких ментов. Поэтому помогайте, ребята, нам надо будет ответ на юридическую помощь. После этого сейчас всех начнем сажать. Вот стоят пару. Одному-двоим я подошел, сказал, дал устное заявление преступления. Ну, походу, и поугрожали, чтобы видео не выкладывал в интернет. Ничего, выложим. Башкиры среди вас! Где ваш паспорт? Это республика! Ваш паспорт! Люди есть! Люди, если вы будете пытаться отсюда пройти, вы не пройдете. Идите лесом через... там есть санаторий под Куштау. Мы по вершине прошли и лесом спустились. Но там могут быть люди тоже не ходить. Мы обходили одну кучку, как раз которая разгромила лагерь, по-моему. Но лучше быть сердцем с нами. Транспорт, но они хотят все ставить блоки, опять заново КПП. Вон там, я вижу, вдалеке колючую проволоку опять привезли. Будут все ограждать, как в той ночи. В принципе, они теперь дневной вариант с большими силами. Я не знаю... Потомки слова отсыпать не умеют. Йоу! Грузина в первом ряду стоит. Молодец. Берегите себя. Больше, что ли, Не надо толкать! Просто стоим и все! Главное мероприятие, вершина! Какие у вас здесь полномочия? Привет, Ирина! Спасибо, ребят, что вы с разных городов нас поддержите. Сейчас очень нужна поддержка. Разная. Юридическая сила нужна будет сегодня ночью и завтра. Пишите заявление в полицию. Вы можете, как любой гражданин РФ, написать заявление, то, что вы видите, что здесь происходят беспорядки. На сайт МВД заходите и пишите. Это будет для нас защита юридическая. То, что потом в ответку нас будут выцеплять по одному, нам нужна будет защита, что... На самом деле на нас напали, а не мы на них. Потому что будет сейчас чернеть, что тут вахабиты опять какие-то. Насилие есть, тут ходят всякие странные. Даже одного сняли за точкой. Даже маску с него потом сняли. Тут военные братцы походу ходят, или кто, я не знаю. А или это наши десантники? Режиссер Рез Саков. Где? Я думал, ОМОН на нашем. Давно вы перешли. Собака с нами. Ай, ай, салават! Ай, ай, салават! Ай, и салаватов тут. У вас кто-то ударил? Потому что там сзади они своим... В толпе там уже? Или вы... Нет, я... Там этот, провокаторы залетели, меня отличил, да? Хватает. Я его от себя отталкиваю, говорю, что ты меня делаешь, говорю, какая-то... И мне с двух сторон сразу... Лицо не помните? Помню, вот не могу его найти. А заявление напишите
вы можете подойти сейчас к полицейскому, просто сказать, я хочу сделать устное заявление о нарушении, и я могу на камеру снять. В любом подходите а и говорите. А ты его лицо помнишь? Да. Все. Устно достаточно. Пускается. Тогда подойдем к любому полицейскому поближайшему, вон опять к тому человеку. А устное заявление можно написать за то, что меня ударили? Здравствуйте. Попроси еще раз представиться. Потом пойдем, да? Попроси еще раз представиться. Устно это вы говорите, а письменно... Ну не, это так не делается же. Нужно же именно сразу письменно. Да, я устно делается. Вы просто просите представиться и скажите, хотите сделать устное заявление преступления. Да, ко мне подошли. Нет, ты скажи заново, все. Ты попроси представиться и скажи, я хочу сделать устное заявление. Так? Младший лейтенант, фамилия. Да, да, ну давай дальше. Устное заявление. Ко мне подошли? Нет, скажи словами, хочу сделать... Хочу сделать устное заявление. Ко мне подошел человек, два человека подлетели со стороны, провокаторы со Шимбайского района и ударили мне по лицу. Два раза. У меня спирт затекает. Вот дальше потом пройдете. Говорят, дальше туда иди и там сам сдайся. Ну там заявление можно писать. Все, хорошо. Да, я тоже пойду. Спасибо. Спасибо. Девчонки, молодцы. Здравствуйте, по-моему, мне ваш корреспондент звонил. Рутеве. Как зовут? Рустам. Ну, я не знаю, звонил кто-то там с Рутеве. Я скидывал пару фоток. Точно, это, наверное, был я. Там уж корреспондент один сейчас. А, но вы не звонили сегодня? Просили фару. Вы, наверное, там кто-то с Москвы, по-моему, звонил. Москва звонил? Да. Ну, это московский, наверное. Вы сейчас прямой эфир ведете или просто запись? Нет возможности вести прямой эфир. У нас все угасит, у нас нет связи здесь. У меня есть, я прямой эфир. Привет, передавайте своим. Хорошо. А вы считаете, это вообще, что такое начинается у нас? Начинается? Ну, я, во-первых, вижу, что это не закончится, потому что я вижу, что, в принципе... Подожди, а представьте, так... чтобы люди знали. Я Сергей Морозов, корреспондент РТВА. И то, что я сейчас вижу, это даже потеря лагеря еще ничего не означает. Потеря лагеря ничего. Даже если здесь что-то огорожено, я думаю, это еще не окончание. И... Уходите отсюда, уходите! Судя по той решимости, которую я наблюдаю, сопротивление еще будет, и оно будет довольно упорным. Ладно, спасибо, что с нами. Освещайте, пожалуйста. Спасибо вам. Шаманы, давай! Громче бубен! Здесь не место! Уходите отсюда! Все, встал. Нет, это призыв будет. Нет, нет. Это песня просто. Мордор наступает. Итак, всякая нечисть под предводительством верховного властелина Саурона напала на лагерь хоббитов. Хоббиты не хотят терпеть. Они стали горой за свои землянки и готовы защищать перед этим выраженными из земли рожденными людьми в черном, которых называют посланники Мордора. Народ!
Мы один народ. Мы есть власть. Мы есть власть. Спасибо, Ульян. Мы есть власть. 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 Я и есть власть. Ребят, мы здесь вас. С плакатами, с спецтехникой. Их надо разогнать. Там говорят, да, так? Нет, там стоит народ на дороге. Дорогу перекрыли. Они здесь никуда не уходят. Там дорогу перекрыли, с плакатами стоят. А мы идите туда, там с плакатами стоят. А там мирно 3000 человек типа пришло. Рабов. Стоят с плакатами там, строят красивую картинку. В это время тут, да, никто не ожидал, что так на самом деле будет. Думали, вообще ничего не произойдет. Постоят они там, Хабирову покричат, ура. А они реально решили техникой тут прорвать. Ну, это, по-моему, опять ошибка их. Куштау живи, 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 Куштау живи. Сил кончается, это походу еще до ночи будет, ребята. Илья! Какое правонарушение? Конституция начала это стоять! Влад, ты козел, оказывается, полный. Я с тобой даже здороваться не буду. Какой закон? Основание! Айдар, я хамрак килеге. Ребята, ждем. Едут, сказали, едут, ждите. Сами первые едут. Давайте дождемся еще. Можно обойти в коляску, как в Австралии, там, через лес. Что за... Встаньте вперед, тогда, блядь! Раз хочешь повоевать, давай вперед! Кто кинул бутылку? Не надо. Все. Все, понимаю. Мужики, не провоцируйте, не надо. Уже все на эмоциях просто. А вы точно наш, нет? Да, конечно. Так провокаторы действуют. У нас подставляется, больше так не делается. Все, сказал, все. Сам, говорит, тормоман. Надо как коллеги. Да, есть, я трансляцию веду. Не толкаемся, просто стоим! В лесу кто-то ходит, непонятно.
то ли наш, то ли нет. Все так отдыхают. Доставьте палатки, которые развалили. Вчера видели, там был маленький домик. Его разрушили сразу. Башкирия на злом! Башкирия на злом! Какие-то гопники налетели и разрушили сперва все перед атакой ОМОНа. Башкирия на злом! 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 Дом не отдадим! Хаберова не было, что он тут послал своих людей, вон, видите? Я не знаю, кто их послал, но Хаберова не было. Мясо ведут! О, заводские рабочие, что ли? О, специально, провокация. БСК в форме, ребят, ведут. Вперед ведут. Люди, вы что творите? Вы зачем людей против людей настраиваете? Отлично, хотя бы СКАшки без маски. Уроды! На них еще такие вот флаги, видите? Позор вам! Россия, Башкирия. Позор БСК! Вот они! Хабиров, преступник! Что ж ты стоишь, ты туда не ты трезвый, но ты ебнутый, Люблю детей своих! Мы тоже любим своих! Мы тоже своих детей! Вам тоже предлагали все хорошее! Ничего хорошего! Убирайте гражданских, ОМОН. Гражданских убирайте. Обращайтесь, директор приехал с диалогом к вам. Где? Он просил всех подходящих. Этих не было, не было, эти не было. Убирайте гражданских. Гражданских убирайте. Ну да, они помощь позвали, заводских рабочих. Но стравливают лбами. Встал же день. Все готовятся нападать. Завтрак возить не будет, видите? Фланги закрывают. Завтра возить не будет, ясно? Сейчас будет жарко. Делаем цепь. Я встаю в цепь. Давай. Давай руку. Да-да-да. Держи другой рукой. Пацаны, что вы творите? Пацаны, сразу возьмитесь, что творите? Ваши толпы, пацаны, что творите? Стоимся! Стойте! Стойте! Позор! Позор! Стойте! Эти люди с БСК получают 3000 рублей. За этих денег они пришли сюда. Скажите своим же, стоим! Скажите своим! Мы-то стоим! БСК держите! БСК прямо нашивками, так и говорят. У них и форма. И самых отморозных взяли сотрудников. Блин, у вас командир есть, нет?
кого? Командирована, почему он не командует? Поставим зайти. Вы из Кашников успоку, гомоните там. Да, вы-то спокойно, а вон ваш чоп, что творит. Чопы БСК уберите. Нет, не он, вон там. Стояли, разговаривали. Вон там чоп. Это шаман, это прям круто. Под бой бубина идти в бой. Возьмите, уберите. Да уберите, это не наше 100%. Уберите вон провокацию. Что за провокация? Ложился в карман нос. Вы без оружия здесь стоите. Я оружие ничего не знаю. Ну конечно. Вилка пара оружия. Один раз стекнул человек. Скажите на метр назад, ребят, даже не за копейки. Вот смотри, ОМОН, зачем ты с охранником стоишь вместе? Чё-то, чё по ОМОНовцу не брат? Трогайте его! Толкай, стоим. Шаман, давай! Помогай нам! Наше оружие информационно, ребят, помогайте. Смотри, вас толкает провокация. Рабочий толкает ОМОН. Не лезь рядышком. Чувак все снимает. Конечно, Кирилл, ты что пришел сюда? Зачем пьяный сюда пришел? Сзади кого-то пьяный? Не говори мне. Ухих, бейсболки. Зачем говори мне? Подошли, зачем ты ко мне? Как будешь кормить детей 10 лет? Кому здесь дура? Когда здесь выработать? Здравствуйте, как тут реально? Помочь вам? Поедете в Данию во Францию, вас там никто не зовут. Не толкайтесь там, стойте. Он прям сзади вас толкает. Не толкайте. Все, все. Назад, все лучше. Полиция, ну да. Здоровье детям! На кого я не вижу значков? Здоровье детям! Здоровье детям! Здоровье детям! Здоровье детям! Извините, а можно спросить? По закону полиции у вас должен быть значок? Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Представьте, пожалуйста, здравствуйте. Вы должны представиться. Вы сотрудник полиции или кто? Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Почему вы не реагируете на мой запрос? Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Ефремов? Почему у вас нет значка полицейского с номером? Да, покажите, пожалуйста.
А почему он там у вас спрятан, а не снаружи? Потому что потасовки идет, жетон можно потерять. А закон это не предусматривает. Вы должны здесь держать его. Я вам показал? Да. Да, спасибо. Я хочу еще устно заявить о преступлении. Здесь сейчас неизвестные люди нападают на лагерь и разрушили его. По информации данный город. Камеру есть. Лицо не тыкайте, не камеру. Здесь вышестоящий руководство. Милиция толкает наших. Эти люди без значков толкают. Не трогай, не трогай! Не трогай, лейтенант! Не трогай! Грузин бьет. Люди, которые не представились, сейчас нападают и зажимают нас. В форме полиции. Видео-то снимают много, но я сохранить постараюсь эфир. Ребята, делайте запись с экрана, вдруг не сохранится. Кто может видео записывать с экрана? Помогите, пацаны, давайте. Не стой. Вот эта крепость будет жесткая, там ноги всем падают, которые каменные сбоку. Ребята, я на всякий случай сейчас завершу эфир, пока у меня есть возможность, и потом заново начну. Ну так попадались нормально. Или нет, пока ладно, не буду. Завяжи, пожалуйста, шнурки. А. Давай. Быстрее, Руслан. Не толкай, блядь! Не толкай, блядь! Ой, блядь, вот на эту крепость падает много. Мерзко, не толкай, долбоёб! Сейчас задавят всех. Здесь довольно большое сооружение каменное. Надо обходить. Можешь не уходить, наоборот, сюда. Нет, надо. Молодец, шуми в бубен, классно. Ребят, записывайте эфир с экрана, я не знаю, сохранится или нет. У кого запись айфонов есть, скриншот. Какой-то флаг притащили, коммунисты. Нафиг он нужен. Хабиров не приезжал. Не трогай, не давай! Пацаны забрали! Держи Дышева!
Держи его! Грузин в первом ряду, ее задают, блин. Они вырывают по задачу. Ну надо, Аля. Мика, как аксакалы сидят, как раньше. Вот здесь три аксакалы сидят. Аксакалы сидят. Да, как всегда, аксакалы защищают город Куштау. Это у меня прямой эфир. Отлично. Я попробую фотки сделать сейчас даже, ребят. Обед, блядь, у меня Дрейк садится. Где Света? Сфоток фотографировал? Да. Нужен повербанк. Нет кабель Type-C? Света, Света. Ребята, я даже прервусь. Мне надо связь держать. Сейчас попозже заново, может быть, ВКонтакте. Видели все? В принципе, то же самое дальше будет. Вторая серия «Властелина горы». С одной стороны, защитники Куштау, добрые люди, светлые, стали горой, единый народ Башкортостана. Напротив нас завод БСК, полиция, ОМОН. Они с тракторами едут на нас. Мы стоим, держимся, за нами шаман с бубном. Так что с нами Аллах, Бог, Будда и все умные люди Башкирии. Спасибо вам. Шаман, мне он нравится. Нашел какую-то зарядку. Эфир будет. Я думал, крепость это лишнее, но на самом деле она держит. Это классно, что ребята успели ее сделать. Корреспондент RTV или RUTV. Оглянулась, я его уже и угнали. Не знаю. Машину оставили у проселки. Как я домой добираться буду? Вы приехали откуда? Сейчас ко мне приедут внуки, дети, суфы. Где они будут? Маму с папой. Продаете родину мать, продаете и мать родную. Давайте справа его немного. Молодцы. А можно мне пару раз стукнуть? Пока нельзя. А, да, это сила? Окей. Я тоже бубен хочу. В следующий раз бубен возьму с собой. Так, готовятся к штурму. Здесь я так сакала. Мужчины, старики сидят, которые давно защищают. Снимают нас там на тракторе. Вот там все видно хорошо. Яша, Куштау, 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 Яша, Яша, Куштау, Яша. Ребята, запись с экрана на всякий случай делайте, у кого есть возможность видео. Может, батарейка сесть когда-нибудь. Нет!
Девушки, молодые красавицы. Что вы здесь? Вам же опасно тут. Ты готов умереть? Вы откуда? Я не собираюсь там стоять. Мой дед, полный кавалер ордена славы. Три ордена славы. За что он воевал, скажи? За что? Вот, я говорю третьей группы. За то, что, блядь, Хендерберг-Цемент назывался. Германия, пусть. Идите домой к вашим детям. Домой к вашим детям и детишонам. Они просто отрабатывают. Отрабатывают свои копейки! Я еще президент депутата районного совета Ишимбайского. Давайте, бейте, убивайте. Вы на все готовы. Вот, казак. Круто. Давно не катался на... То есть, никогда не катался. Когда мы едины, мы непобедимы. Бля, это воды кому-то надо? Все нормально? Взрослые, которые есть, водичку. Вас там предъявили. Вот дорога. Неизвестно, как они в цели это все делают. Возможно, вообще работают на Западе. Саня! И делают это вашими руками. Саня! Охранители отдают право на усилие шока, проводят развал государства. И вы участвуете в развале государства. Потому что право на насилие только у государства монопольно. А вы его отдали, плюнули в свою присягу. Отдали ЧОПу и провокатору. Защитников каждой минуты все больше и больше становится. Они идут, они сюда проходят, идут. Сейчас проходят, сейчас проходят. Здесь структура. Впереди ОМОН, сзади работники БСК, ЧОП, автозак. Они держат периметр. Наша женщина машет в их тылу. Не прячьте свои глаза, вам не стыдно. Здесь женщины и дети. Мы коренные жители этой деревни. Этих деревень, как вам не стыдно? Против женщин и детей. Пришли на субботник, а нас гоняют. На субботник! Мусор собирать не пришли. Ну, собрали. Называется. Где бэджики? Почему они дали? Может, они преступники? Ни у кого жетонов не вижу. Где ваши бэджики? Это значит, преступники какие-то на нас идут. С дубинками. Где ваши лицо не прячут. Фамилии где? Что-то какая движуха. Проходит слева. А нас окружают. Сейчас сзади, наверное, толкать будет. Это ЧОП, охрана обходит нас. Они обычно первыми идут, потом ОМОН. А какой мы зашли? Наши тут скопились. Почему вы проводите органы, устраивая дорогу, БСК? Частная компания. Ну да, мы на субботник уже приехали, вот и мусор. Мусор собирать теперь после них. Абзал Гельмута, врачи. Как вы такой ответ работы держать дальше? А вы
свою родину отстоим, свою землю. Вы позоритесь своих дедов, отходим на 2003. Ой, какие, на месяц, на два, они позорят своих дедов. Где ты за вас воевали, отстаивали землю, а вы продажные, раздорные. Ваши дети за вас стыдиться будут. Позор, позор. Позор, позор. Он снимает БСКшники. Да, так эти парни на завод. Если от Куштау отстанете, придем. БСКшнику говорят на завод идти работать. Оставьте Куштау, к вам придем. Дружище, я дальнобойщик, я приезжаю к вам. Дружусь, приезжаю во Владивосток, до Москвы. С Москвы до Владивостока езжу. У меня есть работа. Но у меня есть моя родина, куда я приезжаю. Я не хочу, чтобы я приехал в свой дом. Увидел, здесь все разрушено. И там уже одну гору разрушили. Тут те, которые звачан здесь стоят, по-моему, они от удовольствия здесь. Потому что здесь какие-то они непростые рабочие. Простые рабочие туда не пойдут. Яща! Куштау, яща! Куштау, яща! Куштау, яща! Куштау, яща! Такой, это женщина, что ли? Где? Ну вот, или это мужчина? Где? Ну вот третий. Маска. А, это мужчина, по-моему, да. Я думал, ОМОН женщина. Да, молодой ОМОНовец. На штанах бронежилет. Ну, на яйцах. Удобно, наверное. Там сигареты были? Что здесь не платится за закрытие завода? Все выступают только за то, чтобы производство было модернизировано. Заточили баллончики, вижу. Да, надо было противогаз принести. Билайн. Шахта укопайте! Копайте Шахтау дальше! Танки новые заводите, перестраивайте на то, чтобы ничего не делать. Почему Шахтау дальше не копаете? На кипрские деньги здесь что? Они лишнюю копейку не копают. Почему вам Куштау нужен? Почему Шахтау не копаете дальше? Они убьют, да ладно, все, хорошо, не используйте. Они не знают, понимаете, что это такое. Понимаем, вы не понимаете этого. Вы хотите в А что, другую работу складывали? Оказывается, что из воздуха нельзя сделать соду. Он за 30 тысяч мать работу. Он не понимает, что выкисло газа можно по-другому делать. Здоровье своих детей, свое здоровье. Вот и все. Просрал. Моя мать будет здесь стоять. Ты так же за ним будешь идти, что ли? Не спорьте, горло не берите. Нет, конечно. Зачем? Они о, и детей взял. Ну ладно, через лет 10 онкология, ничего страшного. У нас никто, у меня никто там не работает на ПСК. Работает, что значит? Давай все. Что тебе просрать, да? Невозможно дышать. Вы же мечтаете об этом. Невозможно. Что ты врешь? Очень никто закрывает завод. Мы не мечтаем. Не никто не хочет закрывать завод. Зачем ты провоцируешь? Зачем ты провоцируешь? Не было такого. Активисты хотят, чтобы модернизация завода была. Они закрыли. Чтобы вам деньги выделили на модернизацию.
Да, конечно, блядь! Цех он строил, ага. За 3 года могли уже новое оборудование завести. Олигархи себе поставили. Что-то ЧОП советует Симону. А вы за копейки тут работаете? Блядь, не ЧОП. Какие-то 2 звезды. Ой! Абзай, я у деньги не то! Эй, я рад, страшно. Извини. Не нормально. Вот, БСКшники вышли. Мы тоже за природу, за семью свою. Сейчас ОМОНа почему-то назад ушел. А, они держат там стену. Вас специально стал подвигали. Маска сбоку там тоже стоят. Я не знаю, это наш? Нет. По-моему, не очень наш. Вон там еще вышли из кустов. И здесь где-то в кустах стоят. Да. Что, Зак, с тобой грузить сейчас спаковывай по одному. Кинул с собакой. Стоят сзади, ржут. Спорят еще про завод. Пустав живи! 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 Задний падает. Ушел. Нападал сзади на нас. Устал, живи! 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 Ай, блядь. Женщину уронили. Уронили? Скорая! Здесь интересно, кто стоит? Опять не падут. В масках обычно падают. Свою родину продаете! Нет. Наши без маски ходят. Кроме женщин. Слуги народа против народа, что ли? Позор! 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 Позор!
Полиции позор! Полиции позор! Полиции позор! Полиции позор! Полиции позор! Как украинцы? Полиции позор! Полиции позор! Полиции позор! Ну, сейчас народ на пределе. Никто их пока не любит. Окружают. Прямо вот уже ОМОН пошел окружать сзади. Нас кольцо берут. Еще среди нас есть люди в масках. Человек спрашивает, почему он ходит с флагом, как БСКшные сотрудники и в маске. Ну вот когда это было? Ника, просто предлагай. Ишимбай! Люди. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, кто вы такие? Как ваша фамилия? Мои обязанности не входят. Вы что, у вас должен быть бейджик висеть? Почему у вас нет бейджика? У вас лицензии могут отобрать. Вы знаете об этом, и прямо на вас может быть написано заявление о том, что вы неизвестны в форме охраны. Лишние вопросы. Лишние вопросы? Вы понимаете, что вы будете... Ну, как бы наказан за то, что у вас нет бэджика. И также вы все остальные. Почему чоп вершины ходят без бэджиков? Это нарушение. Люди вообще не стесняются ни бэджиков, ни номеров. А мы здесь там не барка. У нас своя экологическая проблема. Маленькая девочка здесь сидела. Полицейские. Присматривает сбоку. Ой, я так близко зачела, да. Работникам БСК, которые в форме. Я считаю, это вообще нарушение закона. Сзади пошел он. Цепка! Цепка! Риф! Цепка! Цепка! Мужики! Все идут обратно! Люди, которые не представились, на нас нападают. Давай сзади встанем! В черном. Пустите! Фашисты! Какие порно вы это? Против своих идете! Нас окружили с другой стороны! Неповиновение сотрудникам полиции является правонарушением! Какие требования-то полиции были? Это даже не полиция без значков. Давай,
Тянулась молодежь. Неповиновение сотрудникам полиции является правонарушением. Ребята, да, одиночные пикеты возможно проводить, если хотите. Никого не призываю. Правила везде есть эти. Нужна поддержка освещению СМИ. На женщин нападают. Женщина сдерживает одна. Граждане, проходите, не нарушайте закон. Неповиновение сотрудникам полиции. Конечно. Я сам за Америку. Не надо нам говорить. Мы должны жить лучше Америки. Мы должны жить лучше Америки. Смотрите, что делают! Мужчина с БСК схватил нашу женщину. Что-то втирает про БСК свой. Я 20 копеек 22 тысячи у меня зарплата. Ты смеешься, что ли, за 22 тысячи работать? Вот что там можно. Ты понимаешь, ты должен получать. За 22 тысячи зарплата он здесь стоит. Мое начальство вместо того, чтобы покупать сырье и изготавливать свою продукцию, да? И они хотят вот это уничтожить, им это дешевле. Они тебе дадут деньги? Не надо. Тебе дадут деньги? А? И ты должен получать 90-100. Даже на севере такое, только сварные получают. Бабушку уводят все-таки. Блин. Да, два фронта нас зажали. Женщины, уходите, уходите. Уходите. Подходи, подходи. Пустота остается. Еще второй фронт. Сейчас отсюда начнут походы. Тут женщины держат. Малой! Да, как бы сзади не выдернули. Куда толкаешь? Пошли! Пошли! Да, да. Ребята, направо! Куда поталкиваем?
Кому мы разрушаем? Стоим, вот сюда. Давайте, давайте, давай. Папа, такой, блядь. Один раз сейчас. Люди, 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 идут с этой стороны. Вытащили мужика. Вытащили. Толстый команда. Баш Куртостан. Давайте, давите, бейте, убивайте. Давайте. Аксакал держит оборону, поэтому ты сам он не наступает. Без значка. Женщина стоит. Держим. Кто вы такой? Представьте, ваше имя, фамилия. Ты его руками трогай. Россия, помоги! Смотрите, какой беспредел у нас в России творится! Люди! Уйдите! Уйдите! Давай! Стыдно вам! Мы должны защищать нас! Воды дали, а? Воды чтоб дали. Дайте воды, я кто не... Воды. Народом правит, людьми уже правят деньги в этом мире. Деньги! Деньги будут я не трогать! Давайте! Продавайте! Задавите нас этим комбайном! Задавите! Давайте! Хоть так мы за родину отсадимся! Наши молодец, уперлся. Опять все. Это главный какой-то у них босс 99 уровня. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Зайдут ему. Я знаю, но откуда? Вот мы сейчас уйдем, и что потом будет? Ему вещи достанем, ты понял, как ходить на стойке. Ты понимаешь, если я сейчас... Видишь, чувачек, смотри, если мы сейчас... Они пытаются договариваться с тем с боссом 99 уровня. Он вроде адекватно. Ну, как бы они все адекватные, наверное, но пришли отрабатывать зарплату. Женщина говорит, что убейте меня за эту гору, жизнь отдам. Этот босс... Угрожает забрать девушку. Воду подает. Вы потом еще спасибо скажете, что вы на такой прекрасной земле живете, что мы ее сохранили. Подумайте об этом. Если вам нужно,
Да, попал я тут. Куча камер меня сняла, похоже. Полицейские не имеют права снимать здесь. И даже когда я подошел, меня толкнул вот этот чувак с камерой на экскаваторе. Типа я хотел спрашивать, на каком основании меня снимать, представьте, у меня есть видео. Он меня толкнул. Я на него подошел к другому полицейскому, на него пожаловался, попросил принять заявление. Обещал принять. Это есть на видео. Вот этот чувака надо будет потом найти. Мы не хотим, чтобы люди остались на полу. Мы хотим, чтобы заняли его. Что? Рузина, кто не знает, это одна из главных активистов, стоит впереди всех. В голубом. Сегодня, походу, я в автозаке покатаюсь, ребята. Если что, держите за меня кулачки. Расходитесь, не нарушайте закон, не повиновение сотрудникам. Какой закон? Какие требования-то были? Эти люди без жетонов. Граждане, расходитесь, не нарушайте закон, не повиновение сотрудникам. Ребята, я не пойму, зачем кто-то хочет со мной в эфир выйти? Что-то хотите сказать, что ли? Не нарушайте закон! Граждане, объясните, я могу впустить эфир, только я не понимаю, зачем вас. Булат, привет. Расходитесь. Спасибо за лайк. Неповиновение сотрудникам полиции является правонарушением. Расходитесь. Не нарушайте закон. Является правонарушением. Граждане, расходитесь, не нарушайте закон. Здравствуйте, Булат, спасибо за поддержку. Ну да, мы с вами поговорили, что должно быть все мирно, но видите, до чего довело все. Думали, придем на субботник, будем чистить гору от мусора, но привезли технику, я не знаю, и мы не смогли убрать мусор. Теперь стихийно собрался народ сюда, кто как. Я не знаю, молодцы, на самом деле очень много тут поддержки. Такой Хабиров, он вчера уже отменил. Он присылал своих представителей, похоже. Я не знаю, на каком основании действует. Сокалы сидят, я думаю, когда их снесут, уберут, тогда и прорвут оборону. Да, завтра еще будет субботник, кто хотел официально. Но я думаю, если вы хотели убрать мусор, здесь его в округе на вершине много, надо походить по лесам с мешками. Думаю, сегодня много накидают, потому что там лагерь разрушили, его надо восстанавливать. Так что приезжайте, посмотреть, может быть, погулять, помочь тем, кто хочет остановить лагерь мирно, дружно, никаких лозунгов. Мы все за то, чтобы была хорошая экология в Башкирии. Мы не за разрушение завода. Завод может и работать и дальше. Просто они не хотят терять сверхприбыль. Здесь им всегда мирно. Я бы кричал на самом деле ОМОНу. Мы вас любим, но меня вряд ли кто поддержит. Ладно, если найду гафурийский, скажу. Просто
законе, да. Заебал уже. Не нарушайте закон. Грузины спорят с работником БСК. Смотрите, да, на контраст. 10 тысяч! Скоро все города встанут! Что с вами сделают? Полиция является правонарушением. Вы понимаете, нет? Вы понимаете, что люди сейчас готовятся? Приходите после этого, мы поговорим вам. Чтобы работать на хорошем предприятии. Она поиска рабочая. Новые технологии, пожалуйста! По скидкам говорят, но какая разница, на каком языке? Сейчас я пока на русском. Ребята спокойно стоят, курят перед ОМОНом. Новые технологии, новые технологии, новые технологии, новые технологии, новые технологии. Новые технологии, модернизация. Десантники. Молодцы, ребята. Нет онкологии. Ребята, смотрите, все люди, которые стали без зарплаты, пришли, они настоящие люди, а вы здесь все. Вот, про митинг, лучше спросили у кого-нибудь еще, сейчас вообще руки заняты. Вы шкурники, продажные. Смотрите в группу специально. БСКшники пришли на митинг, они поснимались перед телевидением своим. И уехали, наверное, их 20 или 60 автобусов привезло просто рабочих, чтобы со всех районов они, бюджетники, пришли опять, показали поддержку власти. Хабирова, по-моему, там плакаты мы видели, они митинговали с Хабирова. Ну, а мы, нас выставляют, наверное, противниками Хабирова. Хотя мы просто за экологию. Мы не хотим жить на отходах ядерных взрывов, на химикатах, в морях этих, потому что завод скоро закроется когда-нибудь, а мы останемся здесь жить и жрать с ложками эти химикаты. Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции является правонарушением. Усталость берет. Время 14:35. А тут, походу, будет, пока всех не переводят до утра. Ребята, если кто-то ищет дорогу сюда, она, по идее, есть со стороны... Мы проехали вдоль Белой, возле шахта, поворачиваешь налево перед поворотом, едешь вдоль Белой, возле базы... Возле базы там можно подняться на вершину, посмотреть на красоты. Собирать грибы. Так что, кто хочет собирать грибы в этот сезон, приезжайте. Ну, я никого не агитирую, как вы знаете. Просто мне тут весело. Где содовые заводы на территории нашей страны? И помню, вот весь разговор. Можно я слежу? Ноги устали. Один? А что Наташку не взял? А Наташа, она сказала, не поедет. Надо, надо передохнуть, воды попить. Мы пришли к ним домой. Хотя расстегнутый еще весь. Ну, забери его. Давай, давай, забери. Где Света, ты ее видишь? Вы что, если что, лесом ходите домой? Света. Я не знаю. А здесь? Он такой тяжеленный. Налейшь чай, пожалуйста. Попить хочу. Здравствуйте, ребята, вы тут одни? С флагом? Да. У вас много десантников здесь? Без понятия, я даже ни с кем не разговаривал, поэтому я просто как утром увидел, что если начинается, то есть дела бросил. Но вам лучше, это не политические флаги, не считается, вас не будут за это ругать? Нет, а при чем есть политика? Мы за экологию. Да, мы просто за экологию, мы за родной дом, здесь нам жить, природа, леса. Этим всегда славилась Башкирия, нашей природы. А сейчас все вырвут, все сломают. Там поселок, река. Это же все будет в пыли, это же просто убьют все. Напрочь. Ладно, спасибо вам за поддержку, за то, что за родину. Давай, всем
плохо полицейским, потому что полиция спасибо. Пришла сюда. Кстати, вот нет, девчонки, чай принесли. О, ништяк, люблю чай. На природе. Принцесса. Мы в кольце, ребята. Скоро будет жарко. Мы в кольце. Отступать нам некуда. Пусто! Рабочие опять идут. Снимается с экрана видео, может не сохранится. О, сколько рабочих пригнали, блин. Извини, извини, брат. Мы на чьей стороне? Спасибо. Сейчас. Люди без значков. Окружают рабочие нас. Сказка БСК. Неповиновение законным требованиям сотрудников. Ой, извини. Является нарушением. Ну, посмотрим с этого ракурса. Спрашивают у них, кто они такие, уже устал. Не нарушайте закон. Ребята, обходят, да, что сделать? Блин. Вон сколько идут. Решили рабочих на нас натравить. Не нарушайте закон. Граждане, расходитесь. Не нарушайте закон. Упал. Ой, сейчас я возьму. Смотрите, что делают. Смотрите. БСКшники рабочие напали. Рабочие БСК идут. Даже маски не хотят одевать, походу. Вот это. Рабочие БСК прут, и закона нет, милиция стоит, просто не реагирует. Премию, блядь, сколько делали? Горы за дороги, такие же! Такие же! Блядь, блядь! Блядь, блядь!
Заходите, работайте! На видео снимайте! Хватит, а! Все, хорош! Эй, молодец! Хорош! Хорош! Вы что творили, блядь? Хорош! Хватит! Сюда! Начали камни разбирать. Рабочие БСК, ОМОН, полиция, все вместе на нас напали. Камни убирают! Камни убирают, сволочи. Резина. Женщин наоборот защищает. Женщин с их стороны нет. Чего вы детям оставитесь? Да. Вы что сюда, блядь, приходите? Что детям оставитесь? Долбоебы, я не боюсь даже говорить. Вы видите, что происходит? Я же, блядь, тоже вот работаю. И что дальше, блядь? Вы не продаются за это. Я сюда приехал. Не продается, мужик, молодец. И похуй, что я буду, хотя бы мне дочка приехала от Светы. Полиция без номеров. Не выстоим! Азамат!
Успокойтесь! Я знаю, да. Не в дорогу. Толкайте, Соновские! Не толкайте! СП, не толкаемся! Наших Мартаза грузит. Дерево что-то ломает. БСКшники. Да, я, ребята, отступил, но может быть для вас просто снимать. Иначе просто сразу же заберутся. Сейчас будет паковать. Сзади заходим, народ! Ай, блин. Окружили нас и отцепили. Часть отрезали. О, какая-то новая форма. Блять, по жопе пинуть, что ли? Да, нас здесь мало. Мы к вам домой придем потом. Поворачивайтесь, ходите. Да, здесь уже сейчас начнут паковать. На момент милицейский, полицейский, которого я просил представиться, ходит за мной. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Где у вас бейджик ЧОП охраны вершина? Нету? Вы не знаете? ВСК рабочий.
охрана. А что все здесь стоите? Обходите! Сюда, сюда. А вы хоть видели кто-то? Гвардия, да, не стойте там, идете сюда! Сюда, сюда! Ребята, у них же нету документов на разработку. Почему вы стоите здесь? Рабочий. Ребята, я знаю, что есть удобные документы. Но поймите, есть нету у них документов на разработку. Вы защищаете кого? Олигарха? Не надо в толпу лезть. И что вы через 20 лет разработали эту гору? Ой, я к тебе лезу. А потом что? Все кончится. Вы сегодня, да, зарабатываете. Ну, можно поменять или что? Вы что, если я дальше все, нас ребят зажимают. Не надо служить, олигарха, не надо. ВДВ. Чувак с флагом, ВДВ, молодец. Женщина, которая стояла против ОМОНа. Женщина, которая стояла против ОМОНа. Одна. Я пока, ребята, эфир прерву, чтобы сохранить. И потом заново начну. Наверх прорываемся, наверх. Да, тут немножко наших женщины и дети. Так, я эфир перезагружаю. Вторую часть закончена, «Властелин колец». Теперь третья скоро будет. Их с другой стороны просто обойти. Итак, третья часть противостояния возле Куштал. Наших окружили, отрезали. Мордор наступает. Ребята, вы откуда? Молодцы. Молодцы. Ой. Так, пока наши здесь отдыхаем. Устали. Уже сколько? Часа три держим. Барон, два. Вроде наши все. Ой, там. Да, это наш. Та была ночь, а это день. Куштал, живи! Куштал, живи! Там людей вообще не пускают. Мы вот так вот через лес, а мы через... Типа того. Да. А теперь другой про Куштал снимаю. Да. А, Тимур. А вы откуда? Мы вообще родом со Стердома. Молодцы, что приехали. Но вам вы не суетесь, женщин все-таки. Спасибо, что здесь. Спасибо вам. Продажные, продажные. Все, разбирают крепость дальше. Я не знаю, это что, они будут до самой вершины нас гнать? А здесь какая-то дорога куда идет вообще? Она идет как раз, там есть седловина между двух вершин. И направо уходит дорога как раз, куда они хотят поставить свое оборудование. А, то есть это вот, вот получается, им надо дальше идти, правильно? Да, я не знаю, они что, реально до утра собрались технику гнать. Да здесь народ сейчас копится к ночи. Там они, наверное, не пускают. Хотя они колючую проволоку... По-моему, да? Смотрите, сколько народу. Я не знаю, откуда они прошли, но да, наверное, наши. А может, в принципе, народу? Через лес вроде можно пройти? Да, на другой стороне идет митинг, концерт. Они до 4 часов заглушают шум информационный, что здесь все хорошо. И это БСКшники, рабочие после митинга идут сюда драться с нами. Типа это по воле сердца своего БСКшного. Это на самом деле, не знаю как. Кто зашибал? Нет, эти провокаторы, которые... Которые малолетки сюда заходили. Так, где попить взять? Тут девушки ходят, разносят воду. Смотрите, давай сзади, баррикаду что ли будем строить? Еще один. Стройте баррикаду что ли? Или не надо? Я не знаю.
Я не знаю, нет, не надо строить. Простите, протер камеру. А где там вода есть, не знаете? Вода? Да, может. Спасибо. Сбоку разведки. Вам оставить? Ну ладно, извините. Можете выпить. Устал живи! Устал живи! Устал живи! Рабочий опять обсал. Устал живи! Устал живи! Устал живи! Устал живи! Устал живи! Здесь в середине наш. А, вон они все уже горы нас отогнали от крепости. Расчистили почти, наверное, уже ее. Дорога! Дорога длинная! Будем стоять. Сколько там человек смотрит? Ну, я третий раз делаю, там было 1500. Все с нами будет. Будет рабочий день до 5, время 3, еще 2 часа и домой отправляем. Давай, давай, спрашивай. Если вытесняют, надо дальше продвигаться. Дорога длинная! Ребята, да, спасибо, что вы все с нами в онлайне. Будьте с нами, поддержите нас. Нам очень нужна ваша поддержка. Воды вот дать. Я не знаю пока, что там происходит. Я уже устал на передовой быть пока немножко. Сейчас пойду скажу. Разве вы, мы все черви? Для чего мы пришли сюда? Мы должны созидать, оставить частичку какого-то, чего-то. А вы пришли, вы для чего пришли? Губить природу? Где ваша честь? Когда у вас дети будут кто-то спрашивать, позвал, что да, вы им скажете? Что? Ой. Чувак, там в камуфляже с маской, это их какой-то босс. Пойдемте. Устал живи! Вот он там, коричневый. Устал живи! Устал живи! Устал живи! Устал живи! Ребята! Ребята, давай, нами правда, нами правда. Давай, наружу, бой наружу. Это что, у вас командир, что ли, полицейский? Это что такое? Это ваш командир, что ли, я что-то не пойму. Что вы их приказы исполняете? Женщину уберите. Трактор есть. Женщину уберите. Женщин, надо брать. Они трактор, блядь, они трактор даже не останавливают. Трактор давит людей. Бля, сейчас меня выцепят. Стой, стой. Настоящий ВДВ здесь. Суки на тракторе, блядь, с вами, экскаваторе. Женщины выносят. Вот здесь. Сотрудники БСК стоят. Запрет!
Сзади БСКшник, а нет, это наши строят крепость. Молодцы. Так можем до самой вершины делать. Наверное. Оттеснили. Ну, в принципе, дорога долгая. За нами тут горы, лес. Можно узко сделать, да, там, по сути. Давайте, сейчас они не пройдут наверх. Так, вот новая крепость. Продвинулись они примерно на метров 200 до вершины, ну еще километр. И тут лес, узкая дорожка, не так им удобно будет ехать, там скользко, грязь. Так что природа на нашей стороне, гора за нами. И это противостояние, ребята, не на один день. Сегодня будет жарко, конечно. Но я думаю, будет очень долго. Так что люди вроде подъезжают еще, сзади по горе подходят. Далеко от меня были. Я был просто только в глаз попал. Дай да все, да каждый по бревну полоску за гора будет. Вот так вот. Вместе. Так, грузина. Вся грязная же. Главное, Жанна Д'Арк. Вы как, Жанна Д'Арк? Нет. Держите, себя берегите. Не лезьте прямо так. Реально, грузина тут на передовой. Женщины. Ну, женщины на ОМОН не трогают. Молодцы, в принципе, в этом плане. Только одну вытащили, по-моему. Не помню, не видел. Как возможно, изденки ради... Да. Есть, да? Я пока не могу, у меня эфир идет прямой. Она тебя искала, по-моему, но сейчас не знаю. Вон, по-моему, стоит, вон. Сзади. А, даже света нет, это Лили. Света где-то ходит. Ну, нормально все, найдется.
Вы как, если что, как добираться будете, найдете? Надеюсь. Вместе будем добираться. Но я не знаю, вдруг у меня может включить тебе одного машину. Меня могут забрать. Ты помнишь, где машина? Олень передашь. Держи, пускай включили тебя будет. Меня в автозак могут засунуть, скорее всего. Ну, я не думаю, тут надолго, во-первых. Пускай, если что, ты будешь ходить, мне передашь обратно ключи. Ладно, подожди. Либо свет отдает. Девчонка из нас, кто с нами был, оставь ключи, если будешь ходить. Да, не слышу, все странно. Кустал. Пиздец, не стыдно эту хуйню орать, а? За копейку, блядь. За 20 тысяч. За 20 тысяч рабочие там стоят, сами сказали. Ну, зарплаты их месячные. Вот, по-моему, или нет. Чуваки с камерами аж уже вдвоем или втроем снимают. Будут всех потом. Ребята, каждый из вас может написать заявление в МВД РБ, что здесь происходит беспредел. Люди в форме, без значков, без завательных знаков, напали на мирный лагерь, на субботник. Пишите прямо так заявление. Чем больше будет заявлений, тем больше нам будет возможность отмазать этих ребят. Каждый это может. Сайт МВД 02 МВД РФ. Может прям по тому, что видит сейчас, скриншот снимать или еще что-то. Пишите, без разницы, что вы хотите. Можете своими словами, не нужна юридическая какая-то сложная система. Просто если вы напишете, это будет большая поддержка от вас, потому что скоро начнут крутить. Эти, у меня есть записи, как эти люди не представляются, ходят без значков и нападают на нас, и не охраняют. Поэтому юристам это очень сильно поможет, чтобы потом вытащить людей из автозаков. Пишите заявление на сайте МВД на имя Генпрокуратуры. На имя УВД Ишимбай, на УВД Стерлитамака, Хабирову пишите, пишите Путину, кому хотите пишите. Просто закидайте их заявлениями. Вы как гражданин имеете право, даже если вы не здесь, написать это заявление. Сайт МВД гуглится легко, 02 МВД РФ. Там есть прием обращений, простенькая форма, занимает 5 минут. И оставляйте e-mail и телефон, и они должны принять жалобу вашу. Я подавал жалобу здесь в суд нескольким полицейским, но они... Двое приняло, да, нормально, но не знаю, как это дальше будет. Потому что это, в принципе, наш алиби, наша защита, если будут такие заявления. И, в принципе, все, кто здесь сейчас находится, ребята, если вы меня слышите потом, пишите на сайте, что вы здесь были, что на вас напали. Разберитесь, пожалуйста, кто такие, не знаем. Правам человека здесь вчера был, все будут потом именно отмазать за счет того, что вы напишете заявление и местный, кто пострадал. Необходимо побольше заявлений в МВД, закидать писем. Чем больше закидаем писем, тем больше вы сможете помочь этим людям. Девчонки, идемте вот так, садимся. Девчонки, давайте. То, что без значков они нарушают законы полиции, это нарушение. Их каждого сотрудника, который да, ребята, опознает, сюда, можно привлечь сюда, к ответственности. Делайте скриншоты с сотрудниками МВД, которых вы видите, и отправляйте заявление, что у них нет опознавательных знаков. Тащите туда ее! Сейчас нас толкать будут и на эту нарвутся, ты чё? За баррикадой! Наверное. Девчонки, просто неохота пострадать. Девчонки!
Бескашная кепка. У кого вода есть, а? На сайте, на самом деле, ovd.info есть вся информация, как действовать в случае протестов. Можете почитать пока там, как успокоиться немножко. И будет, думаю, надеюсь, в пабликах информация. Нужно завалить письмами всех. Это очень сильно поможет всем, кто сейчас пострадает. Простите, я иногда переключаюсь на фотографирование, но такие кадры тоже пригодятся. Трансляция все время будет прерываться на пару секунд, чтобы приезжайте, я пофоткал. Скажи, приезжайте, спасайте. Да, ну, призывы нежелательно, но смотрите, вы говорите, что здесь происходит, и люди сами все видят. Я туда не лезу. Да. Вы откуда сами? Здесь я с местных. О, Зианчуринский, у меня оттуда родители. Привет. Сергул и Браево. Ты откуда? Я от Кунака, но все родные тоже там Сергул, да. И Браево. Молодец, спасибо. Вы давно приехали? Мы вчера приехали. Вчера? А сейчас по лесу там кто-то приходит тоже, да? Не знаю. Не знаю. Пока сеть не моет. Так что Зианчура с нами. Лагерь там был, в лагере выдавили, да? Да, лагерь там. Короче, малые ишимбайские самолеты, где как глава малых спортсменов потянул сюда. Даже можешь сказать это сюда? И они через лес, короче, этот. Через лес глава Ишимбая? Я их видел, а сзади с них шел. Вот, короче, они разгромили это все. Они разгромили лагерь. Глава Ишимбайского района с молодыми. Да, мы просто сзади держались от них. Как его зовут? Никто не знает. А вы сами откуда? Сальтома? Тоже завалили сейчас. Суфы, уже второй раз завалили. Ничего. Уфа с нами. Сейчас колотили, что ли? Ну, уже второй раз я здесь. Ай, бля. Кого заблокируют, ребят, скажите? Ирина Митрохина, что ли? Ладно, Ирину блокируем. Да, пишите прямо. Я просто не успел следить. Ирина заблокирована. Не знаю, кто глава Ишимбайского сельского поселения или что-то такое. Он пришел сюда с бойцами молодыми и разгромили лагерь, говорят очевидцы. Мы шли за ними, настолько фотки издалека. Они начали как раз погром. Потом пришли полицейские и вот эта колонна. Через понтонный мост можно возле Верхтау проехать. А как там примерно? Расскажи, пожалуйста. Это получается, заезжают гаврешно. Поближе, пожалуйста, не слышно. Танеевка приезжает, потом Косяковка, потом едут и сюда понтонный мост. Танеевка. Пробито с дороги. Сейчас, деревня Красноярск за Красноярском. Да, да. Вы с Красноярска. Вы с Красноярска. Как ехать? Мы оттуда приехали, вот так, с понтона. Через понтона, да? Через понтона, да. Кто хочет, никого не призываю, может дорогу найти там. Да, через понтона там. Понтоны, Красноярск. Как деревня? Еще раз маршрут. Так, Косяковка, Танеевка, потом Новый Красноярск. И сейчас направо дорогу уходит прямо вниз. Там будка стоит. Проход 100 рублей.
100 рублей? Да, 100 рублей. Ничего себе. Столько 100 рублей стоит. Ну ладно, заплатят, наверное, кто-нибудь. Поближе Лысая гора. Там дороги есть. Есть, есть одна дорога там. Да. Есть что сказать? Я на башкирском скажу. Давай. Башкирттар, егеттар, келеген мында. Итак, бүтә ішігіде ташлағын. Біз бүтә ішігіде ташлап келдік мында. Ішіліп үріген ерден балта күрек немелерді ташлап келдік мында. Әйдә бүтәгіде келеген. Зинхар, елігін, әйдәгі. Керекмей, әлі қайда 20 мінге ішіліп үріген, әлі қайда 15 мінге, кімдір 10 мінге. Әдіге ол зарплата түгел, ол ақсат түгел қазіргі заманда. Әйдәгі қоштауды яқылайық. Мен қайдан? Мен Сұранан. А, мен де Ян Сұра. Әсәйлер. Берем, таскают. Пишите жалобу на этого человека, который пришел громить лагерь, в МВД прямо. Что, скорее всего, вот этот человек, свидетели есть, он, его должны проверить. Жалобы помогут, потому что он будет мазаться, что на него как-нибудь будут напали, наверное. Второй блокпост. Так. Вроде да. До 4. А, до 4 это только митинг там. Нет, типа вот этим проплачено до 4. На рабочий, да, у них выходной потом. Сегодня суббота, тем более хуй. Нет воды попить? Нет, сейчас приду. Лагерь уже встанет. С детьми. Что на этом есть? Держитесь, вы были в лагере опять, да? Молодцы. Вот сейчас. Света не можем найти, молоченька. Она с нами была. Хорошо, надеюсь, она не в автозаке. А есть чай опять, а? Сейчас чай, сайсам. А, ребята, пока рекламная пауза. Ну, я, в смысле, здесь, просто чай пью. Да. 1500 людей почти. Вот девочки чай меня угощают. Ой, блин, сейчас там начнется опять. Давай немножко, много не надо. Давайте пиццу дам. А, ну давай. Я тоже вот ее еще забрал. Ребята, мы экологи, типа, мусор убираем. Не призываем ни к чему. Иначе будет потом пришивать нам. Говорят, вот мужчина где-то вот тут. Где-то. А набрать где-нибудь поближе. Не знаю, вообще не вкусит. Трук сердце вис. Сейчас поищем. Если делаете трансляцию, попросите воды. Ребята, нужна вода в лагере, кончается. Просят воды. Еда. Блин, тут вода, еда, подносите хотя бы еду, пожалуйста. Капец, что пицца, конечно. Давай. Вообще прям. А, классная прям пицца. Вообще капец. Додо пицца? Случилось? Нет, это Ред Мангал. Ред Мангал, спасибо за пиццу. Ребята, реально воду ищут люди. Это вегетарианская пицца. О, вегетарианская пицца. Вот нормально, во-во-во, вот это сейчас тебе дам, это нормально. Не, хватит мне, спасибо. Сейчас я лечки дам. Сбор денег, денег пока хватает, ребята, по-моему, но нужны будут. Рузина, скидываю свои реквизиты, сначала личку пишите, потом реквизиты дадим, чтобы мошенников не было. Прямая дорога заблокирована еще раз. Вы не проедете через Руняк.
надо либо возле урника ставить машины и пешком по горе, либо в обход через понтонный мост, где Юрактау там как-то. Елена Каримова заблокирована. Че, ты мне пишет? Да. Этот мудила тоже заблокирован сейчас. Так, сервис. Слышу, а? Я не вижу трак-сервис. Долго листать. Ладно, пойду. Подкрепился. Спасибо, девочки. Привет еще раз. Привет. Все нормально? Все нормально. Сейчас... Воды надо, да, людям? Воды надо, да, очень много. Человек, говори здесь мне прямой эфир. Что нужно еще? Воды надо. Прям много. Воды. У нас соки украли. Хотя бы соки тоже. Соки. Народу больше всего, да, лучше людей. Сюда, мужиков! Молодец! Позор! 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 Спасибо, Новосибирск. Ну, Хабиров, наверное, любит осень. Будет ему осень. Красивая. Ребята, объединяйтесь. Очень много сообществ в Телеграме есть, смотрите там. Кушта онлайн, Safe Shehan, группа ВКонтакте Safe Shehan. Есть различные петиции, поддержите, кто не в курсе. Происходит беспредел. Непонятные люди в масках, без номеров, напали на лагерь. Тех людей мирно, кто хотел очистить свою землю. Город Куштау от мусора. Я на баррикады опять. Молодые люди, идите домой! Полицейские не трогаем, они наши ребята, наши не трогаем. Пожалуйста, ребята, я тут, чтобы в первую очередь вам показать, что происходит. Помогите, пожалуйста, рассказать всем, как эти люди без опознавательных знаков, в непонятной форме напали, не представляются, не говорят, кто они, и приехали с техникой, давят, пытаются наехать на людей. Воду не можешь сказать? Я говорил уже несколько раз. Вода нужна, ребята, ты не слышал. Кому надо, кому сушка. Шакеля? Еда. Спасибо, Сургут. Да, эфир, кто может, сохранять к себе на всякий случай. Вдруг я не успею сохранить его. Записывайте с экрана. Я постараюсь не молчать, но я просто хочу, чтобы вы слышали, что происходит. Ребята наши вроде как прибывают, я не знаю откуда, но нас, в принципе, сзади дислоцировалось.
потому что до этого нас пытались кольцо зажать, отрезать, прогнали с того места. Они продвинулись уже достаточно от лагеря. Лагерь вон там остался впереди, где-то в метрах 50. То есть за нами там еще гора длиною где-то примерно километр, у них маршрут предстоит. Там вверх дорогу уходят, камни и все такое. Так что это противостояние надолго, скорее всего, сегодня. Пока всех в автозаке не просуют, если смогут. Ай, маленько-поленько, пока. Да. Да. Да, я говорю. Воды, ребята, нужна вода. Видеть как сможете. Квадрокоптер, может, у кого-то есть. Воду сбросить. Мы же для вас стараемся, для ваших детей. Ребята, первый ряд. Не набирайте. Спасибо, Питер. БСК рабочие здесь, вот они стоят, тоже вместе с ЧОПом. Вон там, видите, без формы в масках, это БСК. В форме это ЧОП вершина охраны, которая охраняет частное охранное предприятие. Без номеров, без ничего, с кучей нарушений. ОМОН где-то там сзади остался, с полицией. На тракторе тоже какие-то люди, неизвестно, нас снимают, хотя не имеют права, без разрешения. На них можно жалобы писать. Кто их скриншотит? Спасибо. Так. Здесь, наверное, сейчас опять будет такая же фигня. Нас обойдут, зажмут кольцо, трактор проедет и разгрузит это. Но мы отступать будем потихоньку. За нами целый километр еще маршрута по узкой дороге вдоль горы. На вершину там высота 300 метров. Так что путь нелегкий. Они везут с собой автозак. Там сзади КАМАЗ с колючей проволокой выгружает, они будут где-то ставить, может быть, подъезд будет ограждать. Вообще, в прошлый раз говорили, что они купили колючие проволоки где-то 11 километров. Мы ночью их смогли остановить 9 числа, но сегодня они опять привезли с новыми силами. Ну ладно, хоть не ночью напали. Товарищи гвардейцы, десантники! Обращение к десантникам. Настоящие десантники. ВДВ, так кто? Слава ВДВ! Ура! 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 Слава ВДВ! Ура! ВДВ! 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 Какая скорая? Тут вообще скорая непонятно, есть, нет. У нас отрезали полностью женщин, тут дети есть. Воды не хватает, ребята. Но все тут горой душой, потому что понимают, что происходит несправедливость. Спасибо, что вы с нами. Поддержите, ребята, делайте репосты. Я не знаю, каждый может помочь нам. Делать заявление в МВД, я еще раз говорю. Каждый может нам помочь, просто сидя дома сейчас. Заходит на сайт 02 МВД РФ, берет пару скриншотов с этих видео, говорит, что люди неизвестной форме напали на лагерь, разгромили. Там есть конкретные показания, что глава Сумбайского сельсовета напал с молодчиками в начале. Вы, как свидетель, как граждане РФ, имеете право, даже если вы не здесь, написать заявление. Чем больше будет заявлений, тем проще будет людей потом из автозаков вытащить. Если закидать их 100 заявлений, 200-300, они не смогут игнорировать. Пишите на сайте 02 МВД РФ. О, десантник. Десантник против десантника. Мы друг другу не враги! Я понимаю, пацаны, мы зарабатываем. А завтра пускай все, не будет природы, что ты будешь? Вот смотри, я 15 лет работаю. Идите к своим олигархам, и у них требуют. Дети, потому что пришли несвободники с утра, никто не ожидал, что на нас нападут. А пути отхода отрезали. Вам освободили
полторы тысячи, идите в свои олигарха! Это всего лишь деньги, ребята, зачем вы? Образец заявления скоро будет выложен. Но на самом деле там не нужен никакой образец. Заходите на сайт, пишите фамилию, имя, e-mail и просто своими словами 2-3 абзаца. Все. Никакое заявление не нужно. Там только ФИО, начальнику УФы, ГУВД надо написать и все. Почему я кормлю свою семью? Ребята, воду, воду тут нужна, вода. Мы друг друга не враги! Провалилось дерево потом. Что заблокировал я? Ребята говорят, почему-то не лайкать, виснет, я не знаю. Надеюсь, связь будет еще. Но если не надо лайка, чтобы не тормозил, не лайкать пока. Два десантника говорят, ДСКшник с нашей стороны. Я не знаю, не слышно. Тут твоя семья одна. А я хочу. Говорит, на чем мы сделаем политика? Местные блогеры вроде молчат. Они тоже, в принципе, понимают, что у них связи с Мурзагуловым, Хабировым, а у них работа, и боятся особо писать. Так что надежда только на федеральный. Альтернативный способ добычи есть? Есть, конечно. Ты откуда, парень? Я Чебоксара. Молодец, это флаг Башкортостана. Потому что мы народ Башкортостана. Встал здесь горой. Говорят, есть объезд через понтоны где-то возле Юроктал, там где-то, я не знаю. Комплекс Муркова, часы, а тут на руку не делают. Что делают? Часы на руку ставят, просто часы. А, вместо кассеток. Чувак, в тот раз ночью прилетел вроде. Ну да, один охранник одел в виде кассет свои железные часы. Олигархи не пройдут! У нас их не рабы есть! Дороги не строились! Они в Кипре живут, олигархи! Денежки имеют! А нам экология, раковые заболевания! Типов, все хозяева в Кипре живут! Должно быть разработано... Ой, чё, БСК, дофига! Работников человек, они же на митинг пригнали 3000 человек. Вот оттуда мужиков тащат потихоньку. Вот тут на, я видел человек 200, наверное. ОМОН человек 100. Полиция человек 100. Ну и наших, в принципе, я не знаю. Тоже человек 200-300. Да, БСКшникам на митинг позвали до 16, оплатили им тройную оплату вот ради этого. Вот пришли за деньги. Молодежь с нами. Вы заблуждаете! Не поздно! Амбаров уже встал, а вы все спите! А что такого художника потеряла Россия? Одни мужики, блин! Дураков делаете, дураков делаете. Вы работаете на чужой работе, а уничтожаете свое. Почему в правом поле этот вопрос не решается? Почему нет диалога? Пусть им разрабатывать город, он для народа, сделайте что-нибудь. Почему нет вообще? Заезд через Урняк заблокирован. Вам придется оставить машину, не знаю, с какой стороны горы.
и подниматься, если хотите, по грибы. Вот, а мы пришли со стороны санатория Ольховка. Ой, не Ольховка, как его, санаторий под Куштал. Там по горе, по той вершине, по южной поднялись и дальше по вершине. Ну, это мы. Вот, а еще, говорят, понтонный мост есть со стороны Юрактау. Не знаю точно, где там. Кому написать? Скажи, кому? Я 9 лет писал, до Страсбурга дошел. Здесь строят баррикаду. Женщины сзади подносят еду, воду, наверное, которая кончилась. Ребят, нужна вода. Да, через горнолыжку, но до горнолыжки не доберетесь, лучше возле санатория оттуда начать подниматься. Тащит бревно. Камни, чтобы сделать еще одну, еще один блокпост. Татары не отдали Татнефть. Татнефть, татарские, татары и живут. А мы отдали башки, башнефти нет теперь. Вот вы же приходите против народа. Да, в этот раз они вместо малолеток молодчиков притащили, в основном работников БСК. Выполняют грязную работу. Идут впереди. Ребята, я, наверное, сейчас сохраню, опять сделаю новый эфир, четвертую часть, чтобы потом, когда начнется сейчас столкновение, не прервался, и у меня был способ сохранить. Так что рекламная пауза на минутку. Спасибо. Третья часть. Мордор нападает со своими гоблинами. Мирные жители защищают. Или это, точнее, аватар. На самом деле, мне больше не напоминает историю аватара. Поймите, что у вас есть альтернативные абсолютно варианты производства соты. Вы можете 3 года таскать отсюда с каких-то карьеров, забирать, они предназначены для нашей камни. И делать свою соту. Есть альтернативный способ добычи сырья. Просто олигер. Что стоит? Модернизация просто. Они сомневаются, да, сохранил, публиковал, можете репостить. БСК, работники орут, что нет другого способа. Альтернативный способ сырья, там спросите. Но есть. Добыча каменного меркеля. В смысле, ты не знаешь? Можно углекислый газ добывать не только из сжигая известняк. На самом деле, гора Куштал нужна не для того, чтобы ее из нее делать соду. Она нужна чисто для того, для одного звена, когда сжигают известняк, производят углекислый газ, которого на планете так много. Но этот углекислый газ можно добывать другими многими способами, которые даже многие ученые предлагали. Например, метод Хоу. Сейчас используется Олье, которому 150 лет. Может, я подержу вам чем-нибудь скажешь просто? Ну, или сами... Нет, я не имею. Зарядку дай мне, шнур. Если мы продадим выпуск соды. И стравили, рабочие нас стравили, как будто мы хотим закрыть завод, чтобы прекратить производство соды. Ну, как бы, это риторика БСК. А вы что, изучали СССР? То, что они сделали конституцию, это вообще нету. Для того, что СССР построила, уже нету. Сейчас другое время, чувак. СССР строила, но СССР уже нет. Есть олигархи, которые эксплуатируют, выкачивают все из ресурсов, платят этому же чуваку 22 тысячи. Зарплата месячная. Плюс никаких вредностей, онкология, всем тут задыхаемся, кажется, из газа. Никаких больниц, все, весь завод раньше, если строил больницы, ДК и все такое, то сейчас ничего в городе не поддерживается. Какие-то подачки от завода. И этих людей, бедных, тоже понять можно. Как рабы выставили их.
за зарплату, чтобы они их не потеряли. 20 тысяч зарплаты. Максимально не рабочий 22 тысячи говорил, который против нас лысо стоял. Вон там он прям говорил, что мне 22 тысячи хватит. Во второй или третьей части можете найти его. Да и у меня есть родственники, которые получают 15 тысяч, 20 тысяч. У меня отец работал 15 лет на БСК. Парень, так можно? Хабиров, пускай стучится, я бы пригласил в прямой эфир. О, БСКшники пытаются окружать. Я башкирю в России живу. Я гражданин Российской Федерации. А? Куда уходит? Куда уходит? Офшоры уходят. Офшоры? Да. А кто стрельтамак наделает? Стрельтамак копейки. Налоги делают, стрельтамак. Стрельтамак копейки уходят, понимаешь? Копейки. Вам основной потом в Кипр уходит. Какая у вас зарплата? Если бы ты копейки даже не был, ты в чем бы жил бы? Ты в навозе жил бы? Мы не против БСК, но надо развивать альтернативные источники. Скажи альтернативу. Ну, скажи, метод Хоу. Скажи. Метод Хоу. Вот слушай. Да подожди, ты говоришь. Вот ответ. Тебе. Вот ответ. Подожди. Турция, блядь, выпускает, по-моему, нет. Вид, молодцы. Ты давно был на Черном море? Нет. Нет. И может ни разу не был. Ни разу. Иди искупайся, блядь. Ну ты чёрт же больше такой зарплаты. А ну ты чё, белый, а видел, ты видел здесь белые моря? Творится. Ты видел, какой херня мы живем? От соды, от сброса. А с белой рекой что творится, блядь? У вас какая зарплата? Вы за что стоите? Все туда, все это нам. Потом в Каму, потом... Они создали, блядь, куда запускают, блядь, рыбу, нахуй, мальца, блядь. Что ты, блядь, из белого не ловил, блядь? Я туда уже не ездил, на рыбу соды воняет. Там невозможно ее есть, если поймать. А может, блядь, Каролина? Это не наше, блядь, блюдо, блядь. Какие мы короли! А ты... я всю жизнь, блядь, на соде, блядь, ловил рыбу, не знал ее! О, мегафон! Ха-ха, нихуя себе. Смешно. Будете брать от граммофонами. Она не должна с мегафоном выступать. Она не законно выступает с мегафоном. Мегафон незаконно применяет. Нельзя. Позор! 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 БСК никто не хочет закрыть. Они специально стравливают народ. Они не хотят вкладывать деньги в модернизацию. Им проще притащить сюда рабов. БСК хуйня. БСК хуйня. БСК позор. БСК позор. БСК позор. БСК позор. Грузин прорвался с телефона. Хабаровск, мы с тобой! 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 Руки прочь от Бенса! 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 Руки прочь от Бенса!
Я прям, я мегафон, никто не поддерживает. Не провоцируй! Уйдите отсюда! Ребята! Башкирская сотовая компания. Да, башкирская сотовая компания БСК. Это тот собственник, который сейчас все это устроил. Его бенефициары, владельцы, живут во Франции, еще где-то там. Это бывшие наши российские олигархи, которые сейчас там все устраивают, обустраивают всю жизнь. Устал жизнь! 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 Мне нужен кабель, зарядка кончается. Где Света? Нашли? Да, нашли. У меня кабель есть. Попроси у меня кабель, пожалуйста. У меня кабель забирают. Мужики, идите! Мальчик, ты осторожней здесь. Остановили. Кого-то повалили, обычно останавливают. Развязывать шнурки нахер. Позор! 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 Поз
эти операторы там сидят. ДВ какой-то без кассы. Ага! Наш лес никому не отдадим! Руки прочь! Ребята, защитники! Вода. Люди, тут нужна вода. Кто сможет привезти воду, еду? Воду привезли немножко вроде. Живи! Устал! 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 Так, мне снова нужно кабель Type-C. Если кто меня видит, слышит, принесите кабель, пожалуйста. Вот мы приехали на экологическую. С пакетами, все здесь. Свет. Свет. Мы один народ. У тебя кабель все-таки есть, не забирают? Забирают? А где тут мальчик? Какой мальчик? Блин, который дал вот эту зарядку. Я не знаю. Ты помнишь, как он выглядит? Прости, пожалуйста. У меня сейчас процентов 10. Сколько процентов? 20. Давайте мы подзарядим и отдадим. А, есть, есть. Все, спасибо. Я через час отдам. Все, я пошел в бой опять. Молодец. Устал, живи! 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 Собачка. Людей будет больше с этой стороны. Почему? Почему полиция здесь? Мне это непонятно. Ну опять полиция с фланга стоит. Будет сжиматься. Я сейчас не смогу написать, ребят. Напишите кто-нибудь, кто сможет. Я попробую как-нибудь потом репостнуть. Заявление писать легко в МВД, еще раз. Мы один народ! На сходите на сайт 02 МВД, пишите на имя начальника УВД Уфы, в свободной форме просто, фио свое, e-mail и все. Пишите, делайте скриншоты, что эти люди напали, что здесь происходит беспорядки, что вы не согласны. Мы
без разницы. Это спасет людей, кто в автозаке. Делайте скриншоты людей в форме без опознавательных знаков. Чем больше завалим их письмами, тем сложнее будет потом отмазаться. И наших это поможет вытащить. Народ настроен решительно. И с обоих сторон. Я не знаю, может у тех реально в 4 часа заканчивается смена. Должны оплатили до 4. И за 16 часов скоро уйдут. Хотя эти, наверное, заплатили гораздо больше, которые здесь сейчас. Мы не продаемся, мы не продаемся, мы не продаемся. О, мы не продаемся. В кустах. Мы не продаемся. Мы не продаемся. Продаемся. Мы не продаем. Там что-то происходит. Пойду проверю. Так, нас здесь снимают. Как бы меня здесь не выцепили. Я пойду рядом со своим. Что там, прямой эфир? Да, держись. Инстаграм, да? Да, прямой эфир. Как там? О, Минкиши. Минкиши. Лайф, ну, я не знаю, Рустам Салаватов. Лайф, лайф, ну, тяжело сказать. Короче, мне там вроде смотрят. А, ладно. Поехали в Килиге! Вообще говорят, то, что говорится, может, это Рустам такой. Что-то там какие-то разговоры. Так, это наш тыл. О, там, блин, построили еще несколько рядов. Так, это раз, два, три, четыре. Сколько я вижу только. Вперед туда уходит. Четыре. И так почти километр наверх. Ребята, тут реально противостояние, как «Аватар». Кто смотрел «Аватар» и любит фильм? Значит, вы знаете историю, которая здесь происходит. Людям нужен камень, который они получают на халяву. А люди против, потому что это для нас здесь жить нашим детям. Они это не понимают, решили действовать силой. Они могут пресованы, они работают! Ну не смогут открыто так прессовать. У них нет какие-то машины выкинули. Это сухостой. Никто не рубил. Валяли стихии уже. Руки прочь от горы! 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 Есть, ребята, дорога. Два варианта. Как мы приехали возле санатория, можно оставить как-нибудь машину и дойти пешком. Если нет, то за шахтал бросайте и езжайте. Пешком идите. Или со стороны Юрактау, где-то Карасевка, что ли, Косяковка, я не помню. Есть понтоны, там понтонный мост. Говорят, проезд за 100 рублей. Пора на баррикаду. Ребят, тут воды не хватает. Воды и еды. Нас отрезали от лагеря. Все продукты там остались. Пусто уеша! 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 Пусто уеша!
Чистые и белые. Нам нужна чистая и белая. Сейчас я сделаю пару фоток, немножко пропадет. Соды не закроют, ей просто надо вложить денег. Еще раз, никто не требует закрыть заводы. Руки прочь от горы! Руки прочь от горы, говорят митингующие. Или не митингующие, а прочь. Привет. Раздают арбузы. Тоже, блядь. Можно кусочек арбуза? Галер. Башкирская Жанна Дарк, грузина, которая одна из активистов, стоит против ОМОНа одна. Не, он говорит, что? Янчура? Я, как начал, сказал. Можно еще раз? Кто-то видит, кто-то не видит, попробуйте считать. Девочки, арбуз у нас. К чему это все приведет, никто не знает. Народ и, походу, уже полицейские устали, он сидят в стороночке, курит. Но это будет, все понимают, надолго. Здесь пока никто не уходит. Как тебя еще раз найти? А? Как тебя найти в Инстаграм? Рустам Салаватов. Рустам Салаватов? Да. Сейчас попробую Ирину заблокировать. Кто такая? Какой у нее ник? Рид заблокирован. Да, тут сказали, стритамак прославит на весь мир. Ну, наверное, а то об этой жопе мира никто не знал. Я же сам в стритамаке живу уже 30 лет. Пытаюсь сказать, что здесь офигенная природа, но все этот завод всегда постоянно все портит. В том плане, что очень много загрязненной природы,
газ постоянно пускают, пускают воду постоянно, какие-то непонятные сливы. Это приносит очень много проблем. Люди просто болеют от онкологии. Один из самых грязных городов России – это Стерлитамак, Салават. И разработка Куштау приведет к еще большему загрязнению окружающей природы. Кроме того, не все знают, под Стерлитамаком было в 70-е годы проведено два ядерных взрыва – КАМ-1 и КАМ-2. Эти большие взрывы проведены на глубине 2 километров, и туда скапливались отходы от этого завода. По-моему, гептил, когда у нас на заводе секретно разрабатывают, вы знаете, что это такое, наверное, это сверхтоксичное вещество, закачивают в эту дыру уже много лет, 20-30 лет, и кроме этого другие отходы. Все это, я не понимаю, на самом деле, будет разрабатываться Куштау, куда будут уходить отходы. Эти хранилища закончили свой срок годности в 2012 году. Они были продлены максимум до 2020 года. Куштау будет разрабатываться, например, а отходы куда уйдут? Все это грязь скоро выйдет наружу. Все эти отходы. Куштау живи. Продолжим рассказ с БСК. Понимают, у него было 10 лет на то, чтобы найти новые способы производства углекислого газа, сжигая известняк. То есть гора им нужна не для того, чтобы делать соду, а для того, чтобы делать углекислый газ, сжигая, просто тупо сжигая известняк с этой горы. Вот, остатки они используют для цемента там вроде. Ну а сейчас получается, что им предлагают альтернативные методы для получения углекислого газа, которого на планете и так до хрена и больше, с которым надо бороться, сейчас все климатические проблемы из-за него. А БСК не ведет себя сознательно, не ведет работу с жителями нормально, то есть он считает нас за идиотов, за быдло, который может заткнуть, приехать трактором и прогнать. Пожалуйста. Мы не продаемся, скандируют наши ребята. Продаемся. А вот ребята с БСК приехали за тройную оплату. Кому, кто здесь тусуется, наверное, за десятерную оплату. Это реально кто продал свой родной край. Устал. Прикольный логотип. Посмотрим, что на баррикадах происходит. Ребят, можно к вам? Спасибо, Кемерово. Питер, спасибо. О, там флаги притащили сзади. Расскажи. Наши молодые все замечательные люди, никаких вахабистов. Все просто сплотились друг с другом. Не знаю, но попробуй давать новый Стерлитамак, добавить эфир, что это даст. Жду от них ответа. Автомат приезжал как раз этим кольцом. И что, отпустил новости? Ребята, вы что в черный экран? Идите домой! Пусть автоматичек ваш здесь стоит! Идите отдыхать домой!
Ребята, вас не видно, я сейчас вас выключу. Новости Тритамака. Наверное, вас не слышно. Еще не болят? Ладно, ребят, извините, новости Тритамака, я не понял, зачем. А почему не отключать? Куштау Ньюс, который говорит, не отключать. Ладно, попробуй еще раз добавить. Попробуй, ребят, добавить. А, ну понял, да. Ну, подписчики. Ну, давайте подключайтесь какие-нибудь СМИ. Я буду добавлять в списках эфира, но ненадолго, на минуту, на две. Чтобы их подписчики увидели, что происходит. Уже 10 минут. Паблики крупные, какие у вас есть, я вас буду пускать в эфир на 5-10 минут. Одна женщина орёт, даже её рабочий не орёт. Устал я, ща. Устал я, ща. Там вдали лагерь захватили люди с флагами БСК. Они его разрушили, а теперь стали там с флагами. Отличная картинка у них будет. Что за флагерь? Ну, типа БСК, наверное. Рабочий уходит, что ли? Или меняет смена? Арбуз нас спасает. Ребята, да, я сейчас сделаю четвертую часть, закрываю эфир, но переключусь через минуту. Я кричу для вас, позор! Я не с тобой! Вы здесь стоите за чужую жару! Давай! Надо технологии требуйте! Природы не трогайте! Я работаю на БСК! У меня бабушка работала на БСК! Мама, папа и я! Чтобы дети у меня будут работать! Завтра не будешь работать!
помогите дать. Природа создавала, для чего дать будет? Для вас, а вы что добываете там, смолу, да? Какую соду добываете, какую соду? Зараза ПСК! 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 Одна женщина орет, даже никто ее не поддерживает. Взяла мегафон и все. А эти уже на экскаваторе с вами отдыхают. Камеры даже не снимают, уже не снимали сегодня. Ребята, еще раз напоминаю, нам нужна вода, еда. Пробраться можно, по-моему, через гору со стороны санатория под Куштау. Возле горняка машину придется оставить или даже раньше. Через горнолыжку можно пробраться сейчас. Через горнолыжку сейчас можно пройти. Да, кто на машине хочет, скоростевки, понтон там где-то есть, со стороны Юрактау. Мы непобедимы! Короче, мы непобедимы, походу. Людей как будто да. Потому что нас брали когда в кольцо, казалось, меньше нас. Тут женщины, дети, всех национальностей, все жители Башкортостана здесь стоят по эту сторону, защищая свою родину. Никто не хочет закрыть заводу. Завод хочет варварским методом разрушить нашу природу. Мы за экологию. Женщина позорится. Руководитель вас уничтожит, пусть он ответ несет за вас. Я заново. На экологию не заходит. Ребята говорят, еще автозаки, ОМОНсов уедут. Ну ничего. Автозаки, ОМОНсов уедут. Еще. Что делать? Проехали, проехали, ребята. Мы не знаем, что делать. Тут уже мировой конфликт. Аватар. Третья часть. Ну, или вторая там у нее вышла. А почему тогда у тебя обувь грязная? Тихо, тихо. Смотри на обувь женщина. У нее душа чистая, а у вас душа грязная. Вы продажные. НАСА с нами. Ребят, напишите кто-нибудь заявление в МВД, нельзя усиливающую аппаратуру использовать. Их митинг не стационирован. Какого черта они здесь используют мегафон? Сайт МВД02РФ. Да. Они не говорили, что у них митинг. Какого черта, у них флешмоб. А вы откуда?
Я из Днепрока. А, молодцы, мы тоже. Со мной молодая девушка из Тритамака. Стоит на баррикаде. Много таких Жанн д'Арк. Вот еще Жанна д'Арк. Наши громче, наши все орут. А у них там две женщины с мегафоном в кустах. Мегафон незаконен. Это незаконно. Они пришли на флешмоб, притащили звукоусиливающую аппаратуру. Мегафон вне закона. Громко говорите. Резко домой. Ой, уже даже на экскаваторе сидят, отдыхают. Поняли, что все это фигня. Или подкрепление ждут. Смена меняется у них, пересменка. Позовите! Хватит отвечать за его! Наши тоже отдыхают пока, молодцы. Спасибо, Татарстан. Я сам живу в Челнах. Люблю Татарию. ОМОН сзади стоит, и вот тут в кустах обходит нас иногда. Они натравили рабочих на нас. Вначале ОМОН давил, сейчас давят рабочие. И вон там ЧОП, вершина, это завода БСК. Чуваки, которые охраняют завод частного предприятия. Они без шевронов никто не представляются. Полиция тоже не все представляются. Надо требовать сюда Кадырова. Там требуют. Требуют. Ну, люди. Я... Ну да, можно орать, Хабиров там приходить. Но не надо их. Вот, ну, вот, поди, а иначе потом приедет. Хабиров, пойди, пожалуйста, не надо. Ребята, зовите Хабирова сюда, скажите, люди хотят с ним поговорить. Хабиров, приходи. Хаштег. С Рузиной, наш главный активист, столкнулись там как-то. В бирюзовом, это Рузина. Одна из мощных женщин-активистов. А эти откуда вылезли, непонятно. Ты можешь сфоткать их? Смотри, они расходятся. Да, опять давить будут. А крупно сфоткать женщин можешь? Да вот эти, которые орут. Давай к ним тогда подойду, спущусь. Да. Фотографировать надо крупно женщин этих, если есть фотки. Потом заявление на них в МВД, что они тут орали мегафоном. Вы чего оскорбляете? Они провоцируются. Сейчас подтягивают силу, опять походу будет давить. Нас обходить начинают потихоньку. Да, так что ждите. Вот здесь вот прямо слева стоят. Полиция. Не ведитесь, наверное, вот здесь рабочие. Здесь рабочие. Здесь ЧОП БСК. Вон там немного ОМОНа стоит. Но наши наверх почти в длину вытянули все баррикады. Ребята, нужна вода. Еда. Но... Можете проехать, не знаю, но вроде бы на горнолыжке сейчас можно пройти. Все сюда стянули зла. Мордор нападать хочет. Ему уже надоело, что они не могут делать свою соду. Собираются там они? Да, я вижу, что собираются. Иди сюда! За правду пришел! О, дедушка, работник БСК. Удали повыпить и пришел. А не слушайте его, не слушайте его! Не слушайте его, он манипулирует вами! Не слушайте его! Не ведитесь! Не ведитесь! Вам же ближе, психушка, идите туда! Не ведитесь на провокации! Не ведитесь на провокации! Тоже защитники. Да. А это наши защитники сидят на экскаваторе. Тот парень в камуфляже, ВДВшник настоящий. Рафаэль! Достали свои камеры.
Как только начинают они активно снимать, значит что-то будет. Родители ваши сюда! Родители ваши сюда! Родители ваши сюда, походите! Так, мы звоним России. Это улыбнись! Пусть отвечают! Гарантия Бейска! Гарантия Бейска! Гарантия Бейска! Гарантия Бейска! Толкнул. Она толкнула грузину. Эта женщина толкнула грузину. Команду дали бескаженным рабочим толкать нас. Ты отходите, ноги трезвы туда толкать. Не ведитесь на провокации! Стоим, не толкаем! Уходите! Просто стоим! Вы народ пришли сюда, вы уходите! Вы все такие проплачены! Не ведитесь на провокации! Чувак, панамки даже вьетнамской какой-то. А мои дети с какой-то проплачены голову! Да, женщина, по-моему, тоже в заварушке, с мегафоном, вон под кустиком. Что с ним там происходит, не знаю. Сзади тут какие-то блогеры. Нас тут снимают, типа мы какие-то террористы. Трактор нашел. Вот там блогеры хреново на экскаваторе. А? Да вон блогеры, говорю. Чувак сидит спокойно, курит на тракторе, блин. Они стравливают специально рабочих против нас, против активистов. Устал жить! Там женщина орут БСК своя. Устал жить! Молодцы!
Молодцы! Молодцы! Молодцы! Мы мирно, мы не колем колеса. Там работники БСК кого-то сзади бьют. Из нас вытащили и бьют. Оттеснили с этой стороны работников. С этой прорвали частично. ОМОН подтягивается. Нож нам было проткнуть колеса. Дали снипель, по-моему, сбить с колеса. Ножом проткнуть. Самый момент. Давай, сюда. Наши там напали на колесо. Там Рузина, блин. Походу колесо целое. Все, Мордор нападает. Ступай. Уходи, уходи. Давай руку. Да, здесь опасно становится. Идемте. Они там по одному взирают, там ОМОН наручники одевает. У меня наручники одевают. Супермен с нами. Или не с нами. Не Супермен. Капитан Америка. БСК нападают. Девочка тут у нас стоит. Если вот толкать начнет, ноги ломают. Здесь это опасно очень. Надо помогать им перевозить обратно. Здесь никто не держит, сейчас они справа нападут. Блин, слишком мало у нас. В кустах там опять началось. Блин, ну да, походу мы сейчас потеряем этот рубеж. Чувак с камеры как-то толкал меня. Орёт какие-то лозунги. Успокойся!
все-таки стравили людей с БСКшниками. Тащили кого-то из нас, по-моему. Пинают там сейчас. Бьют. Не та девушка. Скрутили одного. Правый, 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 да. Правый фланг теряем. Ну все, этот рубеж, походу, мы сейчас отдадим. И там еще много у нас. Кашник вот этот. Наносит вред. Он может покалечить кого-нибудь. Держим. Держим. Капитан Америка держит оборону. Никто, кроме нас. Никто, кроме нас. Таскают деревяшки, радостно. Дикари, дикари, вы ведете себя как дикари. Купленные работники! Дикари, дикари, посмотрите на дикари! Держим, держим! 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 Не трогайте, не выставили! Не сломалось! Дайте ближе, братья, подойди! Закройте зону! Держим! Еще новый рабочий тут. Ой, блин, там опять правый фланг. Поехал. Уже скажите, обрадовались. Здесь стоит старик. Блин, дедушка, Глеб, как Аксакал. Несли дедушку, зараза. Беру, блядь! Ты что делаешь? Что делаете? Это твое нервное! Я тебя дернул, Саня! Я тебя дернул, блядь! Держи его! Идем сюда! Начали кидаться! Угрожают, БСКшные работники угрожают, кидают нас палками! Тащили все-таки этого чувака, блин! Суки! Дикари! Фу-фу-фу! Вы выглядите как дикари! Женщина стала перед экскаватором. Помогите! Товарищи полицейские! Капитан Америка не выдержит один. А провоцирует на драку БСКшные рабочие.
сейчас, походу, женщин будут играть. Ай, блин. С мегафоном ходит, походу, БСКшник. Это БСКшник убирает, даже своих не жалеет. Наши идут на второй рубеж. БСКшный рабочий разбирает, женщин утаскивает. Вот зараза, сволочи. БСКшный. Капитан Америка спасли. Девушки сидят, остались, блин. Сейчас их будут гонять. Эфир скоро сохранил. Там сидят, фиксируются. Люди, помогайте, пишите на сайте 02 МВД РФ. Нарушения с их стороны идут. Люди непонятные. Орет, что остальные туда. Командует на нас наступать. Наш собирается за баррикады, за мной. Проломили. Ну, в принципе, таким такой скоростью они будут долго идти. Непонятные люди, без познавательных знаков. Вон там, там Арина. Затопчут, почву, нас я стоят. Уже нету, ну что, ну мы же просто стоим, мы убеждаем, что не надо. Мы же за Родину. Ну уйдем, но потом же... Это же провокация. Роберт! Роберт, сюда, давай! Говори людям! Ну давай, чтобы вот никого не валили, просто спокойно. Все, ну, людей сюда и все. Не дети маленькие. Кровь на кровь, мы шуфы. Эй, эй, эй! Обливает водой. И что, это мы что ли начали провоцировать? Нет, это ваши просто. Мы тоже охлаждаем вам плюс. Вы всех забираете, вы забираете. Зачем? А где ваш главарь, Гарин? Где он? Я не сработаю. Где Руслан Гарин? Это моя земля. А что, блядь? Не знаю, зачем он стоит. Но мне не важно. Мы забрали уже. Где он? Его никто не забирал. Где Руслан? Брюс, есть. Где ваш главарь? Он не вошел, он не вышел, а ваши приехали. Молодцы. Давай, давай, сюда. Заходи сюда. Работает. Как дружно они работают. Пускай, уйдите, ребята. Пускай толкает. Отойдите, отойдите сейчас. Ребята, пускай толкает. Дайте дорогу, пусть толкнут. Трактор пропускают.
Давайте отходите по-хорошему, ну чего вы стоите? Землю как изрыли вообще! А вы кто, работник БСК, да? Да, вы что здесь делаете? Где гуляю, вас? Как вы? А вы что здесь делаете? Где у вас бейджик? Вы же чоп. Почему вас делаете? Нету? Чего я гуляю, мусор я собираю. Я тоже гуляю, тоже мусор собираю. Да, да. После вас. Там будешь снимать, Атлас. Ты снимаешь, что провоцируешь? Что провоцируешь? Ты же поедешь, знаешь, что провоцируешь. Давайте, не давайте. Давайте. Девушки, уходите отсюда. Ребята, идите искать камни. Девушки, дайте камни, бревна искать, айдайте. Вот там построили баррикад несколько уровней. Все дальше. Меня сейчас пытались выхватить какой-то чувак в штатском. Хватил меня за руку, сказал, идем, покажу тебе, чем мы тут делаем. Пытались вытащить, и пришлось экстренно завершить эфир. Надеюсь, он в конце там того эфира остался. Ребят, посмотрите, скриншот снимите, последние кадры последнего эфира в Edge TV. Он напал на меня, был без маски. Может скриншот сделать и 02 МВД РФ. Походу, если они заберут, этот чувак будет до меня точно докапываться. Я успел уйти от него. Он не смог меня схватить, я очень быстрый. Так, надо отдохнуть, ребята, уже устал. Честно, тяжело. Морально. Походу будет куча всего. Я еще раз говорю, пожалуйста, поддержите нас, написав в МВД, всякие различные инстанции, куда можете. ГУВД, УВД, РБ, Ишимбай, что здесь происходит какая-то фигня, что люди без опознавательных знаков на нас нападают, что они не представляются, что ЧОП, особенно пишите заявление на ЧОП Вершина, на его начальника, заявление, что его сотрудники никто не представляется, они все нарушили закон, и их должны лишить лицензии. Вы видели, я подошел в последний раз к ЧОП Вершина, человек просил представиться, меня какой-то человек штатком пытался выхватить и затащить к себе туда. Вот тут несколько уровней, я пойду прогуляюсь, просто уже устал, ребята, уже голова. Посмотрю, что происходит там. Тут работают женщины. Видите, сколько строят? Это на самом деле может километр продолжаться. Каждые 10 метров. Я испугалась, ему бомб по башке еще этим дала. Опять там что-то начинается, пойду. Там опять нападают. Отходит, наш отходит. В лесу тут может ночью твориться чего угодно, мне кажется, ребята. Без вашей поддержки нас тут всех позакрывают, поубивают, я не знаю, что они хотят тут. Непонятные люди в форме напали на нас. Давай не
Входим. Добрались! Уже тяжело держать оборону, их слишком много. Они уже прямой рвут, да, злые. Смена у них кончается. Ага! Вперед! Вперед! Они провоцируют нас на драку. Начали без трактора жить вперед. Ну что, куда бежите? Давай перед баррикадой все! Айда! Давай, бегом, бегом, айда! Да, давайте держаться! Идите сюда! Ваша охрана стоит в тебе! Ваша охрана! Вперед! Вперед! Айдайте! Все! Я знаю! Давай! Рядом со мной стоял. Они вытаскивают по одному нас. Бля, за эту баррикаду надо идти. Они рыжают. И за баррикаду стоит! Они рыжают, они рыжают. Оттаскивают и просто назад у нас. Бля, без кубарма, бля, не просто берегам. Ради! Давай, держи, держи, вот баррикаду. Оттаскивает, блядь, еще одного. Стоять тяжело на самом деле. Все устали, и нас все меньше вроде становится. Они обходят с двух сторон. Просто идут в рукопашку, провоцируют на драку. Что, в лесу будет, там фиг знает. Все, перемешалось. Я не знаю, что уже теперь делать. Там еще больше было сложнее, проще держать оборону. Они провоцируют на драку. Но вы не провоцируете! Просто молчи! Драку не видишь! Иди сюда! Наша грузина, блин! Давай! Газом брызнули рядышком. Все, нас оттеснили. Здесь у нас уже оборона слабая. Так и будем, походу, идти до утра. Наверх. По одному вытаскивать будет и ссылать в автозаке свой. Стой! Куда пошли? Наши, все, прорвали оборону.
мешай! Ключи в это, к нам девчонка была. Я ее оставил. Если что, надо сейчас будет в машину идти. Зачем? Да. Я не знаю. Или что делать вообще? Сейчас они наши ряды уже все порвали. И дальше будут гоняться за нами, сажать автозаки, скорее всего. Но тяжело сейчас удержать. Они идут в драку, как бы.